Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Значит, мы покушали немножко первого арбуза, кавуна, так называемого. И сейчас я попробую дать его курочке. Курочке-мамочке. Этим еще рано давать что-то типа такого. Ну, попробую дать, как она будет кушать. Вон она разбрасывает. Там хватает. Хватает как селедку. И бежит. Ну, в общем, не знаю, будет есть или нет. Ладно. Ну, еще раз. Я не буду больше давать. Там огурец кто-то схватил. Или то, что от него осталось. Ну, в общем, куриный футбол, как я называю. Хватает и бегает. Бегает и хватает. Кому хватает. А кому не хватает, тот стоит и смотрит. Вон, курочка-мамочка наступила на очередного ребенка. Она очень любит наступать или прогребать. Так что не всем повезло. Выкопала посередине такую майну глубокую. Котлованчик. И переставляет кормушки, поилки, в общем, постоянно. Также в кормушки регулярно попадает почва. Приходится их очищать. Так, ну и ладно. Этих хватит. На цыплят можно смотреть долго, но других тоже придется кормить. Так, этим придется, наверное, поставить. Чу-чу-чу. Как свистки на футбольном поле. Давайте. Долго думают. Ну-ка. Вспоминатель. Давайте, давайте. Подбирайтесь поближе. Нет, усиленно бояться. Давайте, давайте, подходите ближе. Нет, они под низ. Надо брать и текать. Они не берут, а прячутся под него. Ну, в общем, можно сказать, что наелись. Не хотят. Ну ладно. Нет они. Забираем. Следующий. Поставлю с этой стороны, чтобы было виднее. Значит, это не самый крупный петушок уже с розовидным таким этим гребнем. А самый большой получается с большим хвостом, рыжий. Вот который сейчас голову сюда тянет. Так, ладно, надо закрывать, а то они так не любят. Ну-ка, давайте, давайте. Пленка уходит, заканчивается. Вот он всех бьет. Длушпает в кормушках. В общем, он первый кандидат на выселение. И у него на гребешке
Гребешок повернут, ну так, буква S спереди. Так, попробовал, выплюнул. Что, не смачно? Ах ты ж. Нет, ты такое не это. Ну давай, давай. Вот курочка интересная. У нее такой на бородке такой какой-то нарост непонятный. Та, что слева. О, выхватили огурцы, огурцы пойдут. А эти? Арбузик. Не хотим. Мы выбросим его для других, для взрослых. Внизу на бородке вырос. Вырос какой-то. Костевидный, че какой, в общем, непонятно. Вот. Еще у этой курочки коготь сломан. Один, не знаю почему. Она его постоянно загибает, она болит. На правой лапе. Ну, можно сказать, что поели. Попробовали, значит, съели. Так, а это что тут разлеглась? Ну, вылазь оттуда. Ух ты ж. Куры, куры, куры. Я так мог бы кричать. Курочки мои. Это квочка среднего выводка второго. Я ее выгнал, потому что она там беспредельничала, копала до безобразия. Кормушки забрасывала. И в кормушке. Так, Мурдарсан получает от дяди. И карапуз получает от дяди. Все получают от дяди. Дядя бежал даже один раз за двумя. За двумя зайцами. Так. Загадывайте по два яйца день. Сразу вам скажу, что надо загадывать. Если у вас мало арбуза, ну, это вы не выращиваете так в больших количествах, а кушаете или дыни, или еще что-то такое из таких ягод, то измельчайте на терочке. Оно хорошо пойдет. Ну, если вы едите, тоже помогает иногда, когда ложками едят. Просто ставите, набираете туда немножко воды, допустим. Или так ставите, и они потом сами выколупывают, выдзёбывают клювами. Вот так, аккуратненько все убираем. Какая-то из этих рыжих кур мне не нравится. Но только не могу сказать, какая. Вот лапуля опять влезла в этот в общий котел своими грязными лапами. Дядя круги наматывает, проверяет, все ли съели, или ему что-то осталось. Заодно смотрит на карапуза, а карапуз включает заднюю скорость.
Мурдарсан пытается позвать куда-то вдаль, непонятно куда, но там неинтересно, потому что это еще не съели. Внизу осталось от варенья или от повидла, но оно тоже пойдет под закусон. Дети попробовал перемазанное в этом, в повидле. Думает, странно, что-то такое дают, мы уже такое ели. И видео вроде снимает. Понравилось. О, дно вижу даже. Дядя съел этот кусок, который не понравился курам. Арсений Селезнев, зверобой. Куры ели арбуз, кавуну, цыплята тоже там, кто смог, кто захотел. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!